Проиграл. Акаса, братишка, привет. Как дела? Как ты? У тебя Бог дал второй шанс. Чё спрашивают, слотов больше нету, да? Всё. На хила слот остался. Один слот хила. Может, какого-нибудь ДЦ возьмем? А кто спрашивает? Тамар, 215 хочет. А, все, не. Поздняк питаться. Стривара уже. Рагнарос, Шефор, Виторика. Бахскул, что там? Бахскул, вот, сидит. Хватит тыпать. Блин, вчера выхожу, было 104 человека, уже 107. Куда мы так растем быстро? Ну-ка добрали вчера. Барон ходит, сокеты вставляйте нормально уже, ребят. Уже не время там, где можно ходить при маленьких сокетах, плюс 8 там к силе такого плана. О, можно купить такой... можно купить за БГ за арену рингов и в гильдии попросить сокетов сделать. Торика делает всем. Да, для этого есть ювелиры гильдейские, которым куплены все реги. Хорошо и приятно. Который купил себе все реги. Почти все. Да. Ну так что, вон сделайте вару в грудах 200. Подождите, не смотрите. Вот так, в перчатке. Да, давай. Нашивку ему на штаны сделать, если есть там у кого-то. Накладку. Хотя бы синие, маленькие. Нет, вот я могу сделать нормальную накладку. Серьезно можешь? Серьезно могу. Не гонишь? Отвечаю. Тихарь плюрошится его на замену. Да, кидаем остальных, кто приходит, миликов. Кидаем 8-й пати, 7-й, это замена будет. В хилботе там кто через проги что-то хилит, 7-8 отключить, это будет замена. Я пойду это. Спек поменяй под БШ. БШ покинуть тело. Да. Ля. Не, ну мне просто на некоторых постах вообще неприятно играть без БШ. Вдруг там у кого-то нету. Так, вообще. Че, переходим в другой канал. Да, туда снимем. Эд, на тебе. Ой. А кто может по хилботу подсказать, где убрать эту херню? Сейчас скажу. Открываешь настройки, потом шкурки. Да. Верхняя вкладка, там видишь, общее исцеление идет. Дальше исцеление, у тебя будет вкладка ниже, там идет рейд. Да-да. Вот там идет... ШПшника. Блэд. Хпала, либо этого приста, либо ДЦ. Будем добирать. Мак, файт, иди. Блять, нам бы, конечно, бы... Тут пуги есть в рейде сейчас? Да? Я задаю. Нет, вроде бы. Один только и второй. Айдахил и Бурмалюга, два шамана. Ну это вроде. С моей гильдии, с Войдом. Спросить у них будут вступать, нет? Цук-цук-цук-цук. Эд, бросишь мне си стоить? Кинул Рэла? Да, конечно. Так, задрулю РДД Пивасян, РДД Бахскул, РДД Асака Халасо. Сюда. Ну, хватит. Давай. Остальные все. Пару. Хина у нас. Фига себе, пало мало. Хина это кот. Хина это кот. Серьезно, у нас всего лишь два паладина? Да, да, у нас реально поэтому было бы кайфово, если бы добрали хэпала. Предлагаем всех. Либо холипала, либо... Я не знаю. Либо ДЦ. Да, ДЦ. Так, ну там Бону писал, что он опоздает или что-то такое. Ну да, я помню, что кто-то там написал, что они поопаздывают. Лучше давайте... А Бону будет к 9 только. А, нихуя себе. Предлагаю очень... покикать всех Рок и Котов. И добрать вместо них паладинов. Тебя первым? Я вар. Кто-то еще писал, что он будет к 7, по-моему. А это Акаса. Акаса пришел. Акаса пришел. Да. Там надо еще поклацать. Бармалёк, кто как никнейм? Точнее, имя. Куда? Да, забейте. Ну ладно. Сам Кирилл его зовут. Кирилл, да. Два спека, да, у него? Что, давайте туда и скажем в ЛФГ, наверное. Рошан, ЛМ. Кого искать?
Я думаю искать либо Холи Паладина, либо Пристахила. Ну, желательно пожирнее найдем сейчас кого-то, да и все. А, Соня где там? Соня тоже давным-давно не Соня. На самом деле она Игорь. Да. Она Олег. Тон. Игорь или Олег. Тон. Ну да. Это пиздец. Блок 213 или Армс 215. А, это Александр, ребята. Это Александр. Нихуя, это Олег. Сука, я буду Олег. В своем настаивать. Это Олег, блядь. Да, пол поменял. Сейчас чекай скрин. Сначала он был Жанной, теперь он Олег. Навалил это кот. Вообще танком идет. Кто навалил на? Вон, чекайте скрин в общении. А что там интересного? Сейчас медведь. Могу пойти котом, а могу зайти ДЦшкой. А где ваша вот эта Настя? Не знаю. А, ну только на рогой была. Это же мига. Если она зайдет. Если она зайдет паладином, будет хорошо. Так это. У кого-нибудь есть с ней побазарить? Контакт. Диси, да. Связь. Лифрея, это кажется рофлом, если честно. Рофл бы, когда он был бабой. Ну, типа, я читаю, это реально как рофл кажется. Ну, жди, я почитаю, бля. Это выглядит так, как будто бы кто-то друг знаком сел, типа, из дружбанов подбухач. Ладно, пофигу. И начали просто херачить друг друга. Сейчас актуальная проблема, это кого мы добираем. Всем добал, хабристры. Раз, два, три, четыре, пять. 6. Хина, это тоже кот? Хина, это кот. Я не тоже, это единственный кот сейчас. Навалил тоже будет котом. Навалил тоже будет котом. Да. Ну, судя по тому, как он, блять, 38к, он сейчас в медведе. Алло. Слышно? Да, да. Навалил, сейчас медведя. Могу быть котом, а могу зайти ДЦшкой. Батюшки. Слушай, если он зайдет ДЦшкой, если он зайдет ДЦшкой, мы можем просто тихоря кинуть и повалить уже играть. Отличная идея. Ну так давайте сделаем. Кидаем я тихоря пошел. На бабки. Навалил медведя. Поиск спутников, навалю плюсов. Ник пернул. Навалил и пернул, блядь. Сказочная пати. Говорит, навалил медведем, могу навалить котом. Бля. Не, котом уже пернуть. Слышал когда-то, как кричат медведи? Поверь, если ты это услышишь, это будет первый и последний раз. Никому не сможешь рассказать потом. Медведь пёрнет, а ты обосрёшься. Будешь потом кричать, еба, фиаско, братан. А чё, демон есть в рейде? Нет, 2D-стрика. Нет, мы все срали. Хотя у Бэйби Варла есть демон, по-моему. Ну вон, блядь, Бармалюгу в третьего хила, блядь, Лока краш-теста добирайте вчерашнего и хуярим. Кули стоят, да у нас уже все, у нас уже фулл пати, сейчас только на ДЦ. Сейчас ДЦ заходит. Ко мне сумму на нету? А ДЦ с гильдии? Сейчас будет в гильдии. А-а-а. Так. Вон, пернул, пишет. Ты что, обосрался? Дайте фласки, пожалуйста. О, блядь, фласки. На МПБ, да. Ой, лоудится. Пёрнул. 211. Ебать. 211. Да нормально. Это один спек или второй спек какой? Спек. А, хорошо, Акас. Если что, напишешь мне, либо Эду скажешь. А чё там такое? Да ему нужно будет там между временем отбирать на 2-3 минуты, он если что. Да, он же там дежурный. Пока там трэшит. Что? Акас дежурит-то? Да, он дежурный. В смысле, чувак, вот как вчера... Он что, в армухе хуярит или что? Как вчера Бэби Варл был на парах, так у него похоже. Ладно, все здесь, присылайте всех, пожалуйста. Еще раз попрошу убедительную просьбу
просто писать и общаться, и не создавать флут в Дискорде. Иначе пока, я буду опять мутить пока, все. Пока рейджи не Нет. начался, можно попиздеть. Пока да, потом... Ну все, тогда помолчать. Какие вопросики, ебать. Халасо, халасо. Что, пацаны? Тихарь, когда там на пиво пойдем выйдем? Там еще, там еще хантинга подтянем все и пойдем посидим. Собрание гильдии, блядь. Рога... МКХ, Тихарь и Лифри. Ну, Лифри, ладно, МКХ и Тихарь. Вы дамаг свой поднимайте. Пожалуйста. Там по 6 карты. Чекни там на ФК, там сумон что-то не принимают. Да не, ну бухать мы не будем, мы так культурно выглядим. Я долетел. Давайте потихоньку начинаем в инс подтягиваться, будем сейчас трэш чистить. Да тут все в инсте уже, кроме одного пала. Чё там есть это? Я вот залетаю в инс ручками, ножками. Нихрена себе, ты самостоятельный. Да, я очень самостоятельный. Бля, я так кайфово сейчас по грозовой пролетел. Три маяка, да, делаем? Задрулю, ты тоже из Киева? Да. Ну вот все, уже 4 кандидата. Сейчас соберемся, собрание гильдии сделаем. Окей, стойте. Давай пока не рассаживаться. Кто итомом 221? Ну, 220 плюс садятся в разрушители. Эй, слушай, я хочу в разрушители на 216. Нихуя он поделил. Я клип присажить в пушку. Та же самая фигня. Нет. Разрушители. 220 садятся в разрушители, потому что у вас прибавится больше хп в них. А я на большую. А кто-то умный тут есть, кто знает, можно сейчас еще тачки на хп забагать или уже нельзя? Не, нельзя. Ну, вчера мне писал паладин и сказал, что можно забагать. Липнет, иди. Бип-бип. Торика, можно мне в разрушитель? А я как Торики. Да не можно, все, я понял. Липник, Серега, блядь. Ко мне давай, собака. Слушай, собака, давай ты ко мне. Да все, я к Сереге все. Все, стопните флот. Идем также на плюс 3. Убиваем только башню жизни, а все остальные башни оставляем. Мотоциклы, пожалуйста, в лужи. Оф. Не разливайте. Да, и не поджигайте, пожалуйста. И вниз не спускайтесь только. Лишний трэш не агрит. Башня жизни находится слева. Сразу разбили и поехали прямо. Справа? Она справа, справа. Она блин, справа, 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 все. Пиздабл. Ты меня называл. А я знал. Давайте никак вчера на тоненького выносить это. Что конкретно было на тоненького плюс 3? Вот так, так пускай наверх, разрушители наверх едем, все а на без меня сторону, будем. Сверху будем бить базу все. Да, я знаю, топ паладина не было просто. Мы сегодня же так же, как вчера идем? Да. Желательно бы да. Желательно бы да. А лучше больше. Не, ну я имею в виду, мы опять а так лучше же больше, скипнем. Да. Ну мы смотри, Серега, мы начали... поехали сама. Стопните флут. Мы начали в 7 часов. Ребята, давайте опять так же, до 12 часов. Блять, кто танка сагрил механогномского? Трофейный разрушитель. Ну ебаный пельмень, блять. А можем. Подожди, а можем вообще пойти, ну, типа, подольше и сразу на серьезных боссов. Сразу на Вексарона. Мне кажется, так и делать, всех убить, а потом убивать остатки. То, что мы можем забрать в любой момент, его оставить, да и все. Нет, просто мне сейчас не кидали типа Бивас, сразу, ты типа, сидишь первый в этом... квартал, второй квартал, третий в мотоцикле? Квартал, вот так. Формалюгу доехал? Сядь на пассажирское место, сядь обратно, у тебя появится. Приехали. Еще, конечно, можно попробовать потратить это... робота в ХЭ. Ну, это идея хорошая. 6 хилов, 2 танка и, ну, топ ДД. А зачем 2 танка? Поехал. Трэш один трэш собирает, да. Просто я могу всех трэш собирать, но я потом не выдержу, просто лопну. В коридор только не запихайте большого мобов согреть.
Там трэш блядь. По 1000 бьет. Механогномского танка просто, блядь, господа. А трэш по 1000 бьет, но это трэш пища, отталкивает, понимаешь? Когда много трэша будет, мне просто будет толкать, стенку упирать. Чё, перенавозим, а надо будет еще метки бы носить. Давай сожи по трое. Два хотя бы, два трое сделаем. А плюс 4 если не мы вообще сер... Если мы вообще сердце взорвем. Не, плюс 4 вы вчера на тоненького силе плюс 3, так что плюс 4 здесь даже не пахнет. Мы уже сломали плюс 4. Чё ты меня кто в чате там, не видел? Сзади две машины, которые слакают. Давайте догоняйте, ребят. Будем идти без слака. Я там вчера видел, что-то писали, что мы сверх подняли до хрена. Кто-то сагрил танка. 6 спер за один рейд. Мы его пиздили, стояли на. Все, 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 отъедьте, пожалуйста. Там слакеры все же у нас есть. А, сферы, какая? Да, мы подняли. Какая там очередь на сферы вообще? На сферы? Но сначала, я думаю, первые две шмотки уйдут танком, потом остальным ребятам. Потому что там два неплохих, ну, две неплохих шмотки, в принципе, на танка залетают. Отъедьте назад, чтобы я не слакал. Волчеданы, не тратьте вот эти. Парни, займите заебанный портал нахуй за телепорт. Он сам добежит и сдохнет к хуям. Да, вам еще тактику надо объяснять, потому что половины людей не было. Ну не половина, а много людей. Все знаем. Кто-то спулил коридор. Еще лучше. Не толкайте их, пожалуйста, тараны. Стойте, просто выйдите оттуда, кто там стоит? Андрюх, выйди назад. Они уже сагрили тех тоже. Бежит, бежит. Ебать, а ну... Всё, ну, ребят, всё, ну ёбаный, блядь, пососи по нему. А, ну всё, блядь. Шо, шо, да, шо? Всё нормально. А чё он, блядь, не так? Всё, назад отъехали все. Серёга, тут я вот вижу. Всё, заебись. О, Ваня. Торика, погнали. Снова да, отводёшь дивизию, вы чё, на приколе, что ли? Караете, что ли? Пета, вот я про это и говорил. Шо, шо, шо? Пета в тотем, и всё, там вы убираете. Там побежал, сагрил. Да. Сейчас Колчедан пойдет, пока мы так собираемся. Да, давайте быстрее, садится, пока Колчедан так есть. Погнали, садимся. И так, типа, объяснишь, если мы не заберём. Эмфрис, хотите починить? Я починил. Все трофейки, заедьте, починитесь. Я тебе уже фул набрал. Взяли меня, скинули, короче, понимаю. Так может не чиниться наоборот, они фуловы? Пусть ачиво будет. Уже починились они. Мы же ачивни. Давай, все вот здесь, ребята. Все вот здесь собираемся, разрушители с стенки. Осадные впереди стоят. Кто на мотиках, вы можете пока каучдан вести. Кому места не хватает, садитесь. Вот здесь разрушитель, свободный слот. Кого там еще свободный? Вот здесь еще, по-моему, свободный слот, нет? Нет. Не, у меня полностью. Паркуйтесь аккуратненько, красивенько, чтобы было, ебать. У кого слоты свободные, напишите, пусть вам залезут. У меня есть свободный слот. Кто это говорит? Звездочка. Дед. Кабена. Уже нема, все, сели ко мне. А, все, я сел. Все, даю РЧ, там все сели, РЧ на готовность. Осадки, кто на осадках, едете сзади и по очереди или все вместе сбивайте касты. Самое главное каст, он больше хп хавает. Подожди, Раф и Хина не в тачках. Торика, постой, пожалуйста, Колчедан пропал, можете мотоциклы привезти, там сзади есть много. Хина и Раф, сзади с трофей еще стоит один. Хина и Раф. Смотрите, где еще мол эти есть. Вон один чоппер стоит, я уже отсюда даже вижу его. Дайте, дайте на чоппер сяду лучше. Я Раф не умею. На драндуле. Хина. Идите. Вот. У Габена хослот, у Габена хослот есть. Нет, а не Шефард сел уже. Все. Сядьте в чоппер к Рафу, у него нету таскания Колчедана. Сядь на пассажирку и сядь обратно на свое место, и появится крюк. Все, все в тачках. Еще раз торчи. Нет, это там он постоянно. Разрушители, вы не подъезжайте к боссу. Войд Фури. Войд, ты готов? Да, я же нажал, да. С
Все, ребят, начинаем. Одна осадка подъезжает, Агрид. Все остальные стоите. На кого он сейчас побежит? Все. Давай, разрушитель, кайте его. Жди, когда подъедет, потом кайте начинай. Серега! Да я знаю, знаю, чего вы парите тебе все. Осадки все сзади. Каст. Каст. Сверху разбивайте, короче, да. На ком там? Осадка, давай. Кайте. Отъезжай, удар и опять отъезжай, чтобы не слакать колчуда. Там огненная вещь. Столбы не зайдут. Подойти к колчудану. Каст, хорошо сыграет. Там огонь. Отойди, ты кто со мной хватит тачки? Не едьте туда, там огонь. Осадки. Пусть уже убьет кого-нибудь, переагрится на другого. Кто там слакает с этим? Разрушитель. Серега, на вас. Майнкаст убрай. Нету. Отъезжаю. Сзади огонь, Серега. Дайте колчу давли. Блять, это просто пиздец, сверху хуйня появилась. Я забил просто сюда. Все, мы не убили его еще. Кому сбить? Понимаю. Да потому что у нас заморозило людей. Сейчас еще две разрушители заморозим. Вчера на тоненького, сегодня вообще не смогли. Не, сможем. Просто, блядь, на луч попали, ебаный. Не надо на луч попадать. Он спустился сверху сразу, мы просто... Да, он не сразу, он стоит, луч, блядь. Не надо на него наезжать просто. Он стоит, видно. Ребят, давайте просто за трофейки сядут те, кто знают, а не те, кто 221 плюс. И стаки держите. Вон, видно, два человека знают, три человека не знают. Стаки, по ДПС все видно. Давай, все встали, побежали. Садимся в разрушители, сядьте реально те, кто туда зашарит. Я вот шарю, как это все делать, но иногда слакаю. Кстати, еще по поводу осадок. Когда вы въезжаете прямо в босса, внутри него в таргете едете, сбивать колчедана невозможно. Камеру наворачиваешь, и вокруг босс. Вы не въезжайте внутрь, чтобы колчедана можно было сбивать. На осадках просто кайтите, когда идет каст. Просто делайте чарш и избиваете каст. Все. Типа прям вплотную в жопу к нему дышать и не надо. Сядьте ко мне кто-то, кто шарит как собирать просто. Пожалуйста. Я в свою родную тачку. Дайте мне осадку. Ладно. Я в осадке. Хрена, у меня ДПС 23 миллиона. Садитесь, у кого там не хватает. Кому не хватило, садитесь уже в чуперы. Те, кто на... Если разрушитель, точнее, если он агрится на разрушителя, вы отъезжаете, даете удар, чтобы каучдан не слакать. И дальше едете. Удар, отъезжаете, чтобы не проебать стаки. Вот она начинает просто топить и все, и минус так, по-любому. Только говорит, ты его не слушаешь. Да ерче.
Дайте я машину возьму, подождите. Еще раз арчи. Все, все готовы, все заезжаем. Осадка, кто там за мной рулем? Поехали. Осадка подъезжает и агрит. Все осадки, рассоситесь по платформе. Лужи не поджигать, лишний урон сейчас будет просто заезжать, ребят, и лишний урон не так. Огненный столб. Огненный столб. Этот. Смотрите, чекайте. Кому-то на голову точно выходят из осадки, вот это хрень. Молния. Все, сразу. Осадки отъедьте, отъедьте в сторону, если они на вас смотрят. Ты колчедан-то тяни, прием, Бармалюга. Там огненный столб идет через всю линию. Еще один огненный столб. А, нет. Там идет луч, луч заморозки, вот на него не пытайся опять. Колчедан, Раф, 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 быстро. Колчедана нет. Набивайте. Вверху весь колчедан еще жив. Давай. Он тут лежит. Каст. Каст. Все. Докатался. С кем я катался? С коровой. Майн, колчедан. Нет. Кто на осадках, сбивайте колчедан. Колчедан, Раф. Раф. Все, лекари, мы умерли. Топ-1 ДПС, мой. Джетов 2. Топ-1. Что там, линканите, вуз, блядь. На тоненького, да, прошли? Да, опять на тоненького. Нормально прошли. Плюс 4, покойся. Блядь, говно, ёб. О, осколок брони. Пояс упал, да. Блядь, ебаный да. Пояс, нахуй. Ресницы, пожалуйста, соберу. О, очки какие-то, блядь. Это говно, блядь. Осколок. Осколок это пол. Осколочек, да, волонерчика, м? Я на уфе этого волонера, наверное, с трином надел, блядь. Не падали нихуя. Это же три сферы, потому что плюс три закрыли. А закрыли бы плюс четыре. Крафтится, да? Ну, плюс четыре, не плюс четыре. Дело в том, что, как бы, очень много били, то сидел в этих в осадках. Очень много ебашили босса, просто ебашили босса, а колчедан не сбивали. Поэтому вы и проебывали. Ну, все, чё стоим? Чё, кого ждем? Это все, кто хочет распылить босса? Побежали? Да. Собрались здесь. Просто киньте ролл, кто будет распылять, все. Блядь. Давайте ролл на босса. Я ролл. А как так вышло? А, не, все. Сори. 16. КБ на хану торшел. Красиво. Я... Акаса, осколок Валадира уходит к Габену. Он нас уже собирает. Идет Акаса, Ролл. Да. А что, ролл на этот. Ролл на инженерку. Запнитесь. Все, давайте стопаем флот, начинаем бить трэш. Кто Акаса выиграл, он распылил. Лут забрали, бьем мобов. Сидите, разговаривайте просто ни о чем. Мобов меточку ролл убили. Ролл на вышивку. Выкройка. Портняги.
3. 99. Метки залейте во фриоре. И все в мелизону стали. Что за бред? Бармалёга, у тебя фул? Линкани партняк, пожалуйста. А мы рецепты не на гильдию забираем? Кстати, да. Но он в гильдии, а у нас все вступил. С гильдии. 440. Вы загрели сзади тоже. Валите сразу. Зачем вы летите вперед? Мелких момба убили? Стан даю, блядь. Ладно, я отдам тебе, раз выиграл, типа, 10, не проблем, вроде пропачка. Роботов маленьких убейте, механиков, этих техников, точнее, чтобы пошел дамаг, дальше убивайте, будете роботов. Они в куполе не дамажатся. Эршама, рольте, кольчуга, голова. Есть дека таурены, палы, которые могут сбивать эти косты. Аршам вам не нужно? Ай дай хил. Лол хпшного всё. Добиваем. Кто понабирал этих аршамов? И еще аршам, рольте тотем отцепну. Габена хан здесь сильно нужна. Ну, я могу за да купить такой же. А, ну если только так, просто я мог бы на еще на офспек роль кинуть. Так, такой, да, типа за ЗВД сейчас могут купить вообще. Мах, дай столик, пожалуйста. О, извечки пошли. Плюс 3 сферы. Блин, а это бизнес. Давайте еще сегодня КД скинут, я тоже завтра пойду в Ульдуар на плюс 3 сферы. А губы тебя не завернуть до самой спины, не? Все? Да, у всех губы. Прикольно. Давайте попробуем ХМ. Задрюлю спек, если все в хила. Я ДПС хороший даю, если что. Ну окей. А, ты ДПС даешь? Ну, МК у кого по есть локам еще? Бросайте. Я лок. 6 хилов и в 2 окей. Танка мы не переведем сердце. В 5 хилов здесь и не прохилится. Но в 6 и в 2 танка мы не переведем. Надо в одного пробовать и в 5 хилов. Окей, давай в одного танка. Сум спекнись в танка. Будь в танке, я в ДД. Чё, только в ДД? Да. Он что, дамажит? Он сейчас ваншотнет босса, ты чё? Бля, каких тебе ваншотов? Только раскол поддерживайте на боссе. Получается, у нас танка воина нету, сейчас будем ДДшниками, да? Да. Рагнарос, у тебя там есть возможность? Он в армсе. Там как раз таки есть. Она везде юзается там. Символом там. Что? Я раскол буду сам юзать. За это не переживай, я умею это делать. Я тогда молчу. Ну ждите, я релогаюсь. Смотрите, все ДД, все мили ДД, когда начнете бить босс, вы стоите все с правой стороны. Вот здесь. Бьете его в ногу. Ну, в принципе, так. Визуально показываю. На первой фазе все то же самое. Анонсят вас, вы выбегаете, выносите метки. На второй фазе, если мы его перевозим, первая метка черная, вы должны выйти из рейда, вынести эту лужу. Это лужа. И выносите. Белая метка — это сфера. Вы выбегаете, бежите в череп. Стоите в черепе. Как только метка спадает, все ДД и РДД свичиваются и убиваете эту сферку. Ну, ДК на себя затаунчишь сразу ее. Это, в принципе, самое важное. Дальше будет трэш, но трэш РДД зальют. И, ну, в принципе, все. Остальное хилы вы должны здесь прохиливать. Когда будет идти этот каст его, когда он будет по кулаками по земле бить,
прожимайте все свои сейф-обилки. Паладин, а друиды можешь... транквилы по очереди отдаете тоже. Да, там прохил нужен будет жесткий на этой фазе. Если быстро будете, ну, если все будут быстро свечиться в сферку и убивать ее, это, в принципе, будет реально и возможно. Хуки, на первом касте дашь мастер ауру плюс сакру. На, а, точнее, нет, давай, Самара, ты дашь мастер ауру на защиту. На втором касте Хуки дашь мастер ауру и массакру. На третьем касте к... все четыре друля дадите Транквиллу. Да не, по два пускай дают. Их четверо, пускай по два. Оно прохиливается дальше. Не забывай, что она действует на группу, по-моему. Вот я и об этом говорю, типа, в каждой группе есть под рулю. Могут все четыре дать и прохилить. На остальных кастах пиво Сямба летят доты, кастанут этот гимн на ХП, если не сдохнут. Ну и там дальше прохил должен. Все. Мастер аура на какую эту давать? На защиту. Аура благочестия. Окей. Туп... это тупо физдрон. Все, все готовы. Эрил, можно уточни? Вообще... уточни по-быстрому, так? Вот это, ага. Это вон на всем лужу, да? А вот это вот в череп искру жизни, да? Так, искра жизни, сейчас, подожди, область бездны. Да, область бездны, да. Это... да, лужа, да, которая... да, лужу, лужу вы выносите просто, а искру вы подносите к черепу, то есть mm-hmm. она там появляется. На вас метка кинется. Если я не ошибаюсь, крест — это искра, а череп — это... ну, когда кидается на вас метка, крест — это искра, череп — это... мне кажется, да, наоборот. Все. Череп — это искра, фу, крест... Не-не-не, крест. Десятки крест точно. В дебафах посмотрите. Роги, не нажимайте кош, пожалуйста, то будет... да не ориентируйтесь вон на крестике черепа, зачем? У вас просто по цвету будет видно. Там, типа золотой крест не перепутал. Все, погнали. Стопните флот. Рыбы поставьте, пожалуйста. И в квадратике стойте все максимально даже близко друг к другу. Я уже ставил рыбу, зачем пять раз на одного босса всегда ставить рыбу? Я ее прослакал, когда говорил, извини меня, я тебе голды скину, брат. Андрюх, мне все равно, я за свои не покупал, да? И просто... еще убедительная просьба, по когда будете выносить лужу. Во-первых, далеко не убегайте, чтобы вас можно было прохилить. Во-вторых, не заслакайте фрейм. Вы выносите вот, в принципе, вот этот треугольник, ну, такой, вот за эту линию, в принципе, выносите и все. Сюда, 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 назад. Не засрите фрейм. Все, даю арчи на пол. Откройте гильдию, посмотрите просто на эту красоту. Все свои скиллы не отдаем, ждем сердце. Сердце выходит, даете геру и максимально прожимки отдаете. Серег, туда истерию накинешь? Да, да, да. Не слакайте и следите за каждым. Ну, типа, следите за своим дебафом. Все мили под правую ногу встали. Перну вынесем. Бау. Хина. Хина. Не сейчас, ну типа не туда, Самара. На второй фазе, когда переведем, ребята. Бабивару. Все, геру дали. Пол дамаг. Серега, я истерию. Но уже на тебе. Мобы. Процент. Не перевели, да? Нет. ДПС вообще. Перевели. Ориентируемся. Все милики также под правую ногу встали. Жребанки. Череп. Череп.
Череп. Искус, ладно, готовимся. Стой. Свич налесил. Сразу в искус свич налесил и залили ее. Тихарь, уйди оттуда. Тихарь. Асака, выйди. Давно уже должен был выйти. Сунгар, на тебе. Сам с хорошим произведением. Отойдите от него немного. Раскол идет. Сейф побил, кидали? В искру сыграли. Искру сразу залили, искру. Блин, я ее не вижу. А, вот нашел. Все хорошо. Никто не сдох еще? Нормально. Бакскул, искра. Отойдите, в правую ногу встанет. Милики, чтобы не задевал руку. Искру свичнули, все сразу. Все хорошо, раскат. Прохил с своей побилки. Вернул, умер. Рагнарос. Ждите. Свищились. В искру все. Неплохо. Какой? Кош, Ваниш, отвечай, кто-то отдал. Нет, у меня кош, я убрал сейчас панельки. Падайте. У нас выбора нет, мы и так упадем. Вот эти три лужи, это я просто не проанонсил, да, и все зафлексили. Посмотри, одну лужу вынесли, хорошо. Вторую лужу пернул, умер в луже. Третья лужа, я даже не знаю, на кого, блядь. А, я завтыкал. То Five. Ну, короче. Понял, принял. Давайте без, блядь, экспериментов. Не, давай я буду просто еще раз помогу вам перевести фазу и буду просто стоять и анонсить каждую меточку. Но ты будешь бить все равно. Нет, тоже, просто давай, ты будешь анонсить черепочки, я буду анонсить искру и все. Все равно нужно типа тебе посмотреть и распознать. Это, ну, крест — это искра, череп — это лужа. Я вначале... Нет, давай, я говорю, я... Нет, я просто помогу перевести, а дальше буду просто все свое внимание держать на именно на метках. И сразу будут говорить, куда выйти или куда зайти. А что, тут темная бросилась, вы выбежали с сайда. Светлая бросилась, вы перебежали в череп. И все, что здесь сложно. Внимание, просто поставь... Да, здесь никакого нету, крест стоит, чтобы босса держали на месте. Золотое. Нет, крест, я говорю, когда на тебя вешается, это белая метка с искрой. Когда на тебя вешается череп, это лужа. Я в десятке как делал, я просто выставлял метку, вот там, где череп, я ставил туда крест. Крест выносили в крест. А из рейда я просто ставил давайте череп. Давайте сразу рыбу, череп, чтобы потом по 10 раз ее не выставлять. Послушай, проще всего, как на Тадиусе, у тебя есть золотая метка, ты в золотую метку выносишь. Вот. Не золотой дебаф, золотой дебаф. И все. А, ну, смысл это смотреть на какие-то кресты или чего-то еще такое. Просто смотришь на свой дебаф, выносишь соответствующую метку. А сейчас сделаем трай просто, если не хотят убивать в хейме, пойдем обычку, убьем его, да и все, чем будем стоять вайпа, стрелять время. Это ж не нам надо, они сами тупят. Не, просто они сами тупят, они сами тянут свое время, не хотят его убить. Хотите убить, просто двигайтесь и делайте то, что нужно, ребят. За вас никто, это другой человек, не убьет, если вы умрете и будете лежать, просто смотреть, как за вас убивают. Все ирчебы на баф, ирче на пул. Мелики, еще раз говорю, не двигайтесь влево-вправо, вот у вас только правая нога, все. Просто если будете стоять вот здесь, а где-нибудь, когда метка будет идти, вы будете лутать лишний дамаг. РДД тоже, если на вас метка, которую надо в череп вынести, убегайте вот так, вот. Не надо восьмерочкой бегать и всех коцать. Все приготовились?
Айдахилл. Шефард. Летят доты. Не, Самар, я панонш. Хоки. Дали Геру. Вели, приготовились. А Хоки умер. Бомбо. Понял. Верните его, пожалуйста. Жри банки, отдай бер по нему. Войд фури, войд фури, в череп, в череп. Алло, блять, в череп, беги! Свичнулись, все. Искру. Акаса, выйди, Акаса, выйди. Хорош. Пёрнул. Вылез этот череп. Приготовьтесь, сейф обилки отдали. Свичнулись. Прохил дали. Тихарь. Лапы, ласты сделал. Быстрее. Лифри, в другую сторону. Стой здесь, далеко не убегай. Отведи босса оттуда, чтобы место было. Свичнулись, в искру. Жребанки, выноси, лужа. Жребанки, лужа. Сейчас резко. Рагнарост. Влево, вправо отойди немного. Стой. Умер. Понял. Жребанки, вставай. Бэби Варл, лужа у тебя. Бэби Варл, лужа. Пёрнул. Отойди вправо. Свечнулись искру. Да не, это не Андрей. Падайте, все, изи мод. Все, прыгайте нахуй, в лужу становитесь, и все, и умираем. Жребанки, красота. Это реально надо, чтобы был наиболее сыгранный рейд. Блять, просто, ну, типа, мне, знаешь, за что обидно? То, что ты стоишь, блять, 3 часа, нахуй, объясняешь, и просто как будто поебалу тапком дали, нахуй. И все. А? Куда? Что? Все, давайте, да. Не можем, закрываем изи мод без комментариев, типа, блядь, не можем. А, не да, можем. Все, без комментариев, идем дальше. Не можем, не, как я сказал еще раз, не умеешь срать, не мучай жопу. Как сказал мой физрук, нет слова не могу, есть только слово не хочу. ДПСа перевести. Но я не хочу. Хватает, значит, ДПСа хватило. Все правильно, значит, не хочу. И кто там орёт, при себе держи вот этот крик. Какой именно? Ну кто-то кричал там, череп беги, там что-то. Но у человека мне, не так произошло. Ты мне говоришь, но... Ну ты видел, часа, что, блядь, ты видел, что я вышел, ты видел, что я вышел вправо, да. И стоял, чтобы не бежать через миликов. Что тебе еще ты надо? Ты прикалываешься? Тебе сказали выйти, ты стоял. Тебе сказали выйти, ты стоял. Ты кому говоришь? Да, все, ребят, все, Void Fury, давайте. Было. Я не хочу, мы все собрались здесь не сраться с друг другом, а убить. Ну, все правильно. Все тишину поймайте, пожалуйста. Анонша, все, я. Плюс Серега помогает, все. Все остальные в чате, пусть разобраться.
Вот у кого-то лишние предъявы после рейда, вот ЛС-ка. Вся в вашем распоряжении. Раз сейчас... на раз с моим пэтом выступите. Сейчас все то же самое, только, ребята, ДПС с головой хватает, сердце не убивает. Видите, что лоу хп остается, просто стопните свой ДПС и все. Даже не автоаттач. Метки выносить надо по стандарту. Геру на коне не садим. Не садим Геру. Да, без Геру. Черная. Черная отошли. Этот, искра тоже отошли. Все. В принципе. РЧ на пул. Габенах, ни хрена себе у тебя шолова молта. РДД, за трэшем следите. РДД, максимально следите за трэшем, чтобы он не хилялся. По сути, блядь, с головой можно убить его все. Агр. Можете сразу все свои прожимки отдать. Кибел тогда уже давайте раз прожимки дали. Зачем на КД его ставить? Калагарна под ГБЛ и убьем сейчас. Я думаю, мы за 10 минут трэш нормально почистим. Рифри, галатасона бомба. Отошел. Хорошо. Сангар, отойшли от все от него. Они не достанут ко мне. На всякий. Хуки, вынес. Еще раз, хуки. Сердце. Трэш заливаем? Трэш, трэш, трэш. Там бомбочка идет. Большая. Не, ну сегодня есть прохил, нормально. Сейчас ничего хилить. Рагнарос, выйди. Трэш, трэш, мелкий трэш, ТД, РДД. Бомбу отмели. Бабах. Боешка. О, пояс. О, поясочек упал. Жалко, который у меня есть лучше. Что за рецепт начали? Оказывается, у тебя есть шанс на босса. Вчерашний. Кожевники, рольц. Где мой ролл? Тихарь. 9. Тихарь 88. Тихарь элд. Так. У него на фул. Все? Точно. Да, я знаю, что у него на фул. Тихарь, я тебе же вчера тоже свиток отдал. Буквально. Да, он пишет. Все, тапки, отдал, тапки кольчужные, да?
Давай, посох, коты, ханты, рольте. На мишку. И мишки. Давайте там соточку кто-нибудь. Да не, это не на мишку. Нет, это не на мишку. Ты не на медведя? Нет, на медведя с мастерством падает. На меткость тоже заебись. Ну там 150 хп, а здесь 120. Ну, Хина и этот Войт Фури. Выиграл Войт Фури. Войт Фури это у нас кот, да? Или Мишка? Мишка еще есть там. Он вообще-то сова Эрдру. Сова Мишка. Ну по мейн спеку как бы родом или нет? Третий спек. Нет, по мейн спеку. Тогда Хине отдавай. Ладно, отдаю Хине. Так, я в как на 2 минуты? Так, танковская при надевании, ты боишь? Да, бое кольцо. И печатка. ДКшников у нас много? Один, а два. Печатка нужна, ролица ДК. Кто там, Макаса, прибегай. Анхолики. Если надо. А у меня есть же шанс ему отдать. Вас двое. Рафу отдай. Дай все. А у него тоже есть. Ну, кидай мне, я ее раздезинчарю, дай все. РДД назад все подходили, когда вы вперед стали. Я метка сам ее раздезинчарю, у тебя есть такая. Я пылю. Это же бич. Один кристалл все. А каст ты разобрал? Дали. Разбирай. Станы, таурены по очереди даем, пока две. Метки залили, зачем вы других бьете? В ромб играем типа. Вы решили на меня на пол покидать или что? В чем дело? Вы метку можете убить? Да, сейчас убей. Вроде бы убили. Все, дальше бьем средних. Раф, вставай сразу, тэпайся сюда. Ну давайте шею выпадет или нет сегодня. Стрешает. Хорошо. Метку заливайте. Так ты один танк, а держи в курсе. Второго забаньте туда. Подкаст паладины по очереди станы даете. Либо ты как бан дайте второму. Рагнарос. Не Рагнарос, как тебе там? Сейчас Бармалюга. Ты спекнулся в ДД или нет? Отпускайте. А, ты был в ДД, сейчас ты в хиле? А, в ДД, окей. Потом спекнешься в ДД, в хила? Под руны смотрим, выходим с рун. Сейчас идем не на Калагарна. Почему? Сейчас идем на совет убивать ХМ-ку. Ой, вот я стакер лежит. На совете ты будешь этот в хиле. Дальше будем уже в ДД. Так, и Войт Фури, скорее всего, ты будешь в танке. На совете. Свершилось. Подкаст даете станы и гриппы все.
стан дайте. Сорик, я чуть-чуть залагал, сейчас перезайду. Второго кинете в этот. Вам. Локи, бан, бакскул, бан, дай. Забанят он. Ты у нас мастер. Ну, да, дает. Там два лока одновременно кидают. Нет, был админ сервака. Раф, ты в метке стоишь, держу в курсе. Зад рулю, ты в метке стоишь. У нас, наверное, прикол, да? Половина слакает, половина просто бьет. Хэмиди, да? Да, во Хэмиди. Лифри, Рагнарос, где вы есть? Рагнарос... Ребята, врачи на присутствии. Бокскул и релок, я вижу. Акаса предупредил. Один. Все, извиняюсь, я здесь. А что, вы решили сначала совет? Хэм. Хм. Получается, мы крутые. Нет. Пробуем. Кто кого держать будет? Медведь. Сколько у тебя там хп? 48. Ну, сталил он по-любому мой. Да, Сталевол твой, Медведь твой, Мастер Рон, я беру Паладин Бургейский. Паладин меня диспейлите по-любому. И зачем Паладин, он же есть спернул. Ну Прис, твоя задача Сталевол диспейлить, чтобы он не лопнул. Локи СС мне сразу дайте. Ребят, максимально сложная задача будет для вас, не сдохнуть на последней фазе. Это максимально сложная задача. Сначала убиваем буревестника по фасту. Говорю, разбежались, а все разбежались. Говорю, обратно разбежались, а все сбегаются. Эд, спекни там еще сам... одного кого-то в хила. У нас 6 хилов стоит. А, 6? Нормально. Да. Вот. На первой фазе все кикают касты буревестнику. И когда у него идет большой каст, надо разбежаться всем. Когда каст пройдет, обратно сойтись. На мастере рун, маг, ты у нас единственный неповторимый. Ты рещит по КД. Когда он кастует руну, после каста руны все от мастера рун отошли. Подождали, когда он кинет на себя, точнее, смертельную руну, после этого сошлись. Если не кинул через секунд 10-15, продолжаем бить. Кастанет на себя щит, также все разбежались, ждем. Когда он кинет смертельную урону, после этого начинаем продолжать бить. Только не всей толпой уходим в одну кучу, одной пачкой такой большой не уходим. Все по разным углам. Все, в принципе.